Делюсь маленьким секретом. Вот видите, пшеница с опарышем. Это когда вы бросаете прикормку пшеницу, то ее там несколько десятков лежит на дне. А вот когда мы цепляем опарыша, видите, он шевелится, за самый кончик надо цеплять шкурку. И он привлекает рыбу, и клюет она на нее обязательно. Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Жарко, приехал я после обеда. Вот первая плотвичка на пшеничку. Еще одна хорошая. И густеру я поймал, но не успел показать. На пшеничку с опарышем. Хороший подлещик. На пшеничку с опарышем. Типа ивы поваленная. И на нем гриб, вот этот гриб, очень классный, съедобный. Как-то он серо-желтый, трутовик называется. Очень классный гриб. Я сейчас его срезу, вам покажу. Вот он у меня на руке. Еще молоденький. Классный, очень вкусный гриб. Я его вживал когда-то, очень вкусно. На пшеничку хорошая плотвичка. Потихонечку клюет. Рыбалочку мы закончили, еще грибочки классные попались. Вот эти грибы, желто-серый трутенек, очень вкусная. Гриб, даже не скажешь. До встречи в эфире, ребята.